Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Сегодня мы с вами поговорим про так называемый Growth Team, то есть команду роста. Это как команда А, по сути, блин, я уже спойлерю. Ну ладно, короче, это как команда А в каких-либо блокбастерах, и это точно так же команда А в бизнесе. Сегодня мы этот термин раскроем. Проходите подробно, читайте у нас на сайте статья по этой теме, прокачивайтесь и вашу команду, в том числе команду А, с помощью нашего приложения интенсивов, либо корпоративное обучение мы тоже проводим. Подписывайтесь на наш канал обязательно, чтобы быть в теме всех последних видео. Почему команда А? Почему это так важно? Потому что очень большое количество сотрудников занимается той работой, которой они должны заниматься. И вопросы роста компании их не сильно волнуют, что, в принципе, правильно. То есть они занимаются работой в рамках своих обязанностей. Часто я вижу на Facebook или где-то еще у коллег подобные запросы на резюме, типа: «Ребята, приходите, у нас такая-то команда, мы ищем самого ключевого человека, который нам поможет все драйвить, он же SMM-щик, он же маркетолог, он же гроус-хакер, он же кто-нибудь там еще». Я такой думаю: ребят, вы серьезно, да? Серьезно? То есть вы верите, что один человек, на него просто все можно повесить и все за какую-то там не очень большую зарплату? Сколько же тогда ему надо платить, чтобы он просто максимально драйвил вас и вашу компанию, и ваши продукты вверх? То есть, ну, кажется, что вы не совсем это ищете, и запрос не совсем так сформирован, потому что таких людей не существует. Но существует команда, которую можно сделать в том числе из ключевых соответствующих сотрудников. Единственным нюансом тут будет то, что эти ребята должны быть full-time погружены в деятельность, направленную на рост. То есть по итогам мы имеем сотрудников, которые просто выполняют задачи и какую-то работу делают, и мы имеем сотрудников, которые хотят драйвить и занимаются тем, что ищут узкие места и точки кратного роста в вашем бизнесе и пытаются, в общем, их максимально отмасштабировать на пилотном проекте и показать результат. Вы на это смотрите как топ-руководитель или как участник команды, понимаете, работает, не работает. Они делают максимальное количество экспериментов и позволяют вам найти вот эти вот точки кратного роста для того, чтобы ваша компания взлетала, или какое-то направление, или какой-то продукт отдельный. Потому что если сотрудники также заингейджены в кучу-кучу административных или обычных процессов, то они расфокусированы стопудово. Прям по-другому быть не может. Если они расфокусированы, сфокусироваться на росте, а не на рутинной работе, очень сложно, потому что рост — это не рутина, это креатив, это аналитика, это внутреннее предпринимательство. Также смотрите отдельные видео у нас на канале, читайте статьи на сайте. Это сложно. Также качайте наше приложение, мы, в принципе, там тоже этому обучаем, но просто так это не нарабатывается тем, что сегодня взяли и Зинаиду Петровну назначили гроус-хакером. Нет, так не получится. Или взяли команду маркетинга, назвали командой роста, и, в общем-то, ничего не изменилось. Нет, изменить надо радикально все, их надо освободить от лишней волокиты, и с помощью определенных фреймворков они должны запускать маленькие проектики, которые позволяют понять, куда можно еще вырасти и как. Все, в принципе, это команда роста. Читайте подробную статью у нас на сайте. Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Мы помогаем компаниям запускать продукты, делать так, чтобы они взлетали. Мы помогаем командам роста формировать классные фреймворки работы. Мы помогаем посчитать экономику и запускать внутрикорпоративные продукты и стартапы. Обучение у нас на сайте, приложение или в формате интенсивов, как вам удобно. Проходите и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.